Привет. Сейчас хочу показать место, где я работаю сварщиком. В принципе, вот он. Вот такой аппарат. Это плазма. Дальше идет TIG-аппарат. Варим в основном нержавейку. Нержавейку вот так вот плазмой. Собираем мебель из нержавейки. Вот такой инструмент есть. Вот в таком помещении мы работаем. Тут приходят заказы. Привозят, и мы их делаем. Вот. Сварка вот таких вот конструкций TIG-ом. Такое вот рабочее место. Как в детском саду.